сверху. Вообще, это радость, блин, для нас. И на рукле тарется про радости свои. Ага, кто-то, блин, с пулевой повел через колонну. Хотите меня как хила на арене. Скорее уж вашей радости пою. Так. Здесь он. Что? Кислый в мешку. Керс пила. Я на кислом? Тебя не слышно, Леш, ты прерываешься. Говорю, Полина на мне, Керс на кислом, все остальные. Окей. Будем играть через шамана. Шаманом убивать. Не надо. Роты не хочется вайпа. Алина примерно здесь. Леха, ты меня за следующего босса на монорота поменять можешь? Брендик. Живем. Понял. Хис. Лёг там, кстати, хис время появился. Поменяй меня с этим, с Крисгорном местами. Босса в конце, значит, мне или кислому? Какая разница? Тут нет разницы. Значит, как кислому? Хорошо. Нашам. Быстро сливаем череп. Звезды шамана босса последним, шамана перед милики по поводу тем, которая бьется целиком вы. Ну опять же, очень аккуратно. Леха, вны каски, пожалуйста, подруги, и Элбриву каску. Смотрите за костами и не напрягайте челов. Сопрота выпейте.
ты им... Мирал. Уже абсорб должен на этом рейде. Слака. Поехали. Надо массакр. Я на подкину Полину. Начнет ее бить. Ена или Ена? Ена. И Полину, ману, залейте Полину. Залил, залил уже, дал. Смотрите за маной. Что там, следил хоть первого? Да, да, первого. Угу. Тема на природу нету. На природе. Пошел урона. Тотему пошли, тотем, тотем. Сильвай серию. Босса. Только босса тотем замедляете. Ну, в смысле в этом, почему? Надо мана, скажи. Еще едим на мане. Тотем замедлило. Смотрите за кустом, босс. Тотем можете не бить, да? Медляйте. Только смотрите. Прохилится. Ману, если что. Чудо хуя, у кого есть. Да, и ману. Вам повезло. Ну, закиньте он, адмирал Уиннер. Кинул. Не, не, не надо, мне еще, я еще ни одного сейва не отдал. Они забрали, что? Вот, смотри.
обратно, сейчас бежите. Что будут сейчас? Кстати, у вас ДПМ таймер нормально показывает, нет? У меня что-то наёбывает. Частью, да. У него таймер сбит. У меня вообще не показывает. У него от 10 секунд до 21 каст. Последние секунды. А что это крутой тренер? Ну, Марат, ты кот, потому что у тебя Ген... там пассивка. Гена, что тебя можно поздравить? Не знаю, если там кто-то еще не заберет. Гевка, самый высокий приор. Уф, сука. Давно пора. Че, секстант, забирай. Амир, ты где? А-а-а. Смотри. Че, никому не надо? Ты опять? На шамана. Штаны нет. Но, даже нов спек? Смотри на Аркус. Типа даже нов спек не... У меня просто самого двое. Ну зайти не знаю, мне нов спек. Ну, блин, Лёх, просто понимаешь, типа, видишь, штаны шаман будет носить только в одном спеке, в спеке НХ. У меня штаны тоже есть. Это двое своих. Вот, мне тоже пока некуда надевать. С ноября стали носить, если у тебя на цветом башка. Нормальные люди штаны меняют так каждый день. Ты что, Лена, будешь брать? Ну, новых спектр, громыни не надо. Лене, типа, девочкам тем более нужны штаны каждый день. Значит, у меня будут видеть. Вот если бы ты сказал чест или голову, там народу уходит до... Это мало желающих. Один Сикстан всего лишь троим нужен? Ну, блин, что понимаешь, когда у тебя есть уже аналогичная тринька, в принципе, то... Не особо вижу смысла. Особенно если в новом контенте будет новый тренер. Миша там на нее богу молился. Вот был бы я с мага, другое дело. Вот, блядь, по злорадству порадует. Он все, блядь, над моим поясом стебется. А он его забрал. На прошлой неделе его забрал. У меня, между прочим. Гевка, у тебя что-то пошло не почему так. А у тебя третья ката. А ты что, соси хуй, блядь. И смотри на стриме, мы будем убивать только гер. Я вон за бревно играть буду, наверное. Так, аккуратно. Либо у Лены отожмем. Какой ты там плащ с критом, говоришь, хочешь?
Шантей, говорят, в демоне дух надо собирать, да? Блин. Он уже мне ботинки отдал с духом, так что все нормально. Ты вместо объекта будешь Долорот брать? Да. 264 объект, меня, блядь, на поле палил. Когда стоял, писал. В демоновой форме. Мне на холипале 277 объект, у тебя 264 на лодке. Пиздец. Ну а нахуй мне героический объект и ТП тратить, если я full контент закрываю, могу топовые тренинги. Не, ну понятно. А там типа с хостой же, по-моему, а-ля объект. Тоже. Мне кажется, чеш, если там 284, что чешк и джайна. Ну, чешка, гер, да, стали. Опять же, надо смотреть, сейчас ока гер появится. Новый. А, ну да, блин, я что-то все это, я открываю просто атлас лут, да, который там хэмски стоит, и что-то постоянно оттуда шмот беру. Помнишь ли, типа чешки, кстати? Да, ну чешки. Только на 20 секунд. Лёха, так ты поменяешь, нет? А там получается... Другой лот будет, не такой же просто клапан. А что тебе нужно? Мы сейчас на Марагриме. Давай, я с ним поменяюсь, это всё равно фигню страдаю. Просто побить? Просто побить? Заёшь, я поменяюсь. Ну вообще важно. Пусть бьёт, я пойду покушаю. На самом деле так мало народу, которые хотят просто так зайти побить. Бля, я куда-то 3% крыта проебал, так могу найти, куда не делись. Сокет. Может быть, это было МК? Может, ты чешку продал? Я на сову спекнешься на гидросе. Брюли не перебивал, нет? Может, ты там, не знаю, ты 10 какой-нибудь надел случайно? Нет. Типа все посмотрел, все нормально. 3% крита, блядь, просто пало. Получается, со всего этого нынешнего рейда, который есть сейчас... Я так понимаю, это Торн Адмирал сейчас хочет сказать. Сколько хрен не проходит Адмирал, да? Магом будет ходить. А у него магии тоже нет. У меня маг тоже 3 плюсик. Побить по жизни. У него 2 перса и оба по 1.5, да? А, 1.5 землекопа. А. Давайте будем назвать адмирала полкатегории. Полуката? Полуката. Полторашка. Полторашка. Только 1 плюсик. Адмирал полтораш. Зато у него 2 перса. Если понадобится аэрдро, то будет на моем рестном друиде стрелять. Я ему как раз завтра в целка 25 хм-ки устрою, что будет рестом друидом на фулл босса. Обновление это... заражение хили. А ты представляешь, он ты его персонажа будет надевать, а потом еще своего. Да мне не надо, чтобы он и так одет из персонаж. Мистер Друиду не надо, ты его шмотришь. Гена, слышал, тебе пояс не нужен, оказывается. Да я, знаешь, я за ним уже давно не хожу, честно. Мне уже так давно насрать. Там Рестер Друид. Да. Кто-то ты сгорел, прошу. Шестой, там хороший Рестер Друид, он висовый. Практически. За исключением пару шмотов. Рестер друид в запасе, блядь. Ты понимаешь, Нурглет, я его даже как бы и не поставлю. Вот если я его выбью, я его и не поставлю. Как бы потому что. Он просто... же банк пусть лежит. Ну типа, ну да, ну потому что туда. Сердоличку повесит. Мне жалко, если честно, бревно Сердоли. Как бы. А вот так для галочки, то что да, я смог, я его выбил.
Я на тебя сараски что-то надо, Фрэнки? Рески? Ну, у меня все, у меня ласт шмотка, это запы. Но запы мне. Они такой, они и типа. Так скажем, даже не нужны почти. Потому что мне 270. А я не скоро заберу запы. Я буду брать тканевые. А ткань на тканевую очередь. Резку хэмку зайдешь моим друидам покинешь. Бля, тогда заранее скинешь, мне настроить его нужно. Да, окей. Типа, а, что настраивать? Я просто свой воду скину. Все. Че по танкам, че по ДД? Ты на боссе, я плюс Афоня, плюс. А нет, стоп. Я перекур плюс. Перекур не замечается. А перекур будет после. Вайш. Этот. Я кислый, получается. И. Кир, спекайся в хила. Ена, спекайся в сову. И Афоня в танк. Два мишки плюс протопал, ретрик, чтобы мана была. А поставь рыбу, пожалуйста. Угу. Поставь. Почти 50 команы регений долг. Так, рыбу ставлю. Могу уступить коту, который просился. Да коту вайшу надо. Может, он сейчас хочет. Готов уступить вайш коту. Сейчас Маша, у меня 207 зап, то есть они мне вообще не горят, прям от слова совсем. Так, опять же, для галочки то, что ласт шмотка и все. Так, и на фоне спекнулся. Сейчас он зайдет. Ребят, я вылетел, у меня. Ёбаное обновление винды, подождите секунду. Захожу в игру. Так, и получается, вот если смотреть портал, да, он чё, третья группа, кто может? Таями, Фарадей еще есть. Проще вот. Сказать. Че? Можно просто открыть гильдию и посмотреть по категории. У нас больше половины гильдии подходит. Так, кто еще? Да народу нам хватает на око. Адмирал даже лишний выходит. Да, адмирал даже лишний. Ну смотри, типа дарт, да, если появится строго, если появится... Нет, строго не появится, пусть еще. Кладбон. Бон, да. Кыш. Сал, да. Дизенок. Ну да хера народа, говорю, там да, лично, у нас типа почти половина гильдии второй категории начинается. Типа, там народу завались просто. Чё, просто... понял. Я готов, да, я вон бегу. Даю проверку. Просто опять же, кто нужен будет, да, смотря какие боссы, где-то что-то придется, возможно, менять. На том же Ларе побольше РДД, возможно. Где-то милики, где-то РДД. Ну вот да, я про это. Идите из центра, пожалуйста. Где-то больше сов, где-то больше. Да сов всегда больше надо. Представляете, вот вы прикалываетесь над адмиралом, да, а он будет ночью там со всех аккаунтов писать, чтобы третью карту поставить. Все, все готовы. Готовность пуляй. Отойди, Сантей. Да поглотит вас, пучина вот. Страшный угар. Хватит бить палкой. Чего Геру даем и бурстим? Я готов водопад. Почему я не удивлен?
Все-таки сама шести. Пускай босса бьют. Что босса? Пускай босса. Нам между собой. Надо будет прожимка скажет. Все, уже подводи. Может по фасту еще локко тогда закроем? Да сейчас, как по времени. Или келя хотя бы одного оставим. Нужно подойти. Юрай. Сорот лагает, ты от две пачки. Угу. Главное, чтобы у хилов не залагал. Сейчас еще пачку возьму. Нет, Винни теперь хороший, он готов. Мне 6 был. Лучше не. Все, активнее, активнее побос. Ауешкин там трэш забиваем. Три босса убьется, ёпчик. Лена, не склик. Сантай, сочувствую. Народ сам себя там. Знаете, там 25 лямов осталось всего лишь. Ну, вроде тут постоим тогда. Можешь, в принципе, вести тоже. Пускай ДПС сделает. А потом просто это... собираем. Хотя можно и сейчас начать собирать. Так, я сверки пока положу. Дайте кирсу, Винор. Динамо, кажется, у тебя что-то. Ты поведешь? Нет, не угадал. У меня вообще микрофон выключен. Два раза трэш подводили под босса, да? Mm-hmm. Да, uh-huh. Все. О, неплохо. Тринка.
жиром. Мозер, ну не облажайся только с ней. Мозер, сразу это блокируй каким образом. Заскринил. Че, как мы танков, как делаем на следующем бою? На следующем Кават, не знаю, подожди, сейчас. Как лучше? Я в Холика. Ну вы с Кисом оставайтесь тогда в Мишке. Кават у Ретрики пускай, Гена в Сове, я в Холи по Алоспеку. Бля, Огры так смешно плавают. Плавающий Огр, шок. Адмирал, нахуя тебе это трени на лоспе, хоть скажи мне. Пылесос. Лишь бы что-нибудь нажать. Не, ну рассказывали, что она от магии когда-то стаковалась. А вы что, реально эту треньку за ЕП забираете? Она же, блядь, пофикшенная, раз 5 на R. Хантана. А, Хантан до сих пор заходит. Хантам, Инхам, ДКш компами, что ж. Сомнительное дело. Не, ДКш. Не помню, там типа. Все равно увел у меня. Кто же знал, что ее пофиксят? Так, Леха, ну что там? Вот этот дядя в танке взял, увел меня. Трэш почистим, зайдешь нам. Понял, тогда релогну сейчас. Так. А может вместо меня я пойду поем? А на пол. Иди насыпай. Слушай, мне тоже там надо котлетки жарить. Полина, худей. Это не Полина. Народ, кому нужно плечи и тело на друида? С этого. Плечи надо. Меня Тимыч спрашивает. Плечи надо только. А это Артемия, извиняюсь. Тимыч, если ты в дискорде, думаю, ты слышал. Потому что уже почти у всех по 4-5. Смотри, Мозер. Мозер, смотри, ты видишь на он мне не может. Ты видишь на мне хоть один баф, чтобы я по воде мог бежать? Скрин форум бан, пианист за эти бай. И у нас не только будет этот адмирал сидеть, стрим смотреть, но еще и ты. Ну ты посмотри. Ну, реально, ни одного бафа нету на то, чтобы я мог по воде бежать. Ну ты не бежишь по воде, ты в воде бежишь. Я на Ною доступ. Еще целая неделя впереди. Удачи. А знаешь, как получается, чтобы можно было? Просто инженерские тапки нажимаешь, когда в воду забегаешь, и тебя просто потом уже отпускают, и ты по воде бежишь. Ну, народ, я потом могу с тобой похилить, а ты можешь собрать эти пеши. Так, я на стрим записал, так что все, да. Огонь. Леха, сидим, смотрим стримы, смотрим. Давай быстрее на форум. Ну, бьешь. Ты просто будешь их одновременно коксить. Равномерно. Если мне память не изменяет, в ДВшном рейде там один человек это все сделал, пока мы босса били. Нет, там БДК есть и это. Там, по-моему, кто-то из паладинов собственного сделал. Там БДК был, вот и он все сделал. Еще тот трешачок надо добить. Ну зачем? Ну вон, давай мы народ после этого вообще убьем. Я думаю, останется человек 5 точно. Захочешь. Кто захотят сделать отчего. Я хочу отчего, да. Погодите, этого босса до бесконечности можно убивать? Или что мне нужно делать? В смысле, там просто 40 бешеных убить. А, да. Уйдите оттуда, большой дед. Нурглея? Да что же сюда не доходит? Вы про эту ачивочку, да? Да, да, да. Она у меня есть.
А у нас есть вторая карта. У нас вторая карта. Вот со стрима и будешь это говорить. Сколько этот купол поглощает? Как не знаю, но я, пожалуй, в него встану. 25% на 10 секунд. 25% от чего? О, воронка. Ну, вот это поворот. От урона. От физдамага, по-моему. Ну, вроде от всего. Нет? Да нахрен он не нужен, я тебе говорю, 2Т5 и 3 офсет, 284 шмотки одевай на себя и щиту. Потом после этой, да, разрол? Или... Да, после. Окей. Нет у меня 3-2-284 шмоток. Разрол после майника. Говорят, не убьем этого, ну-ка, ребята, активнее. Эх, вы слова. Бурстаните, моба. Это Веру? Белорус. Забыл лучше, лучше, да-да-да. Да ладно, тут нормальные шаманы. Ну ладно. Я не поспорю. Девка, ты хотел насчет кого? Насчет Кирс или Полины? Так, сейчас, подождите. Тапочки. Меню. Так. Ну народ, иди с флаг, френдик. Смонить. Дай тебе. Да. Я вон скинул купол, почитай. Сколько процентов? Дальше. У кого есть Дживс? Только не ставьте сразу. Коват. У кого еще есть? У меня Делорус. Коник. Делорус, сейчас ты ставь, потом коват поставишь. Позже. Не, нормально, чё, билка. Неплохой сейф. 25%. Где-нибудь на Синдре или, блядь, на Слизнюках в этом, на профи. Поставлю. Ну, такая тоже. Лёх, я в хиле или в ДД? Ты... В хиле. Что, блядь, происходит? А, ты же в хил аспектнешься, Лёх. Ну, он всё равно в хиле останется. Ты ж будешь в сове. Кирс, ты в ДД. У вас же 5. Да, я. Себя тоже сразу закинь, хватит. Чего? Так, а я еще хочу посмотреть на Огровара. Огровара? Да. Как он махать будет? Они все даю баф. Боги, Огр Шаман. Походу, возьмем образно хуйта, мне крыть сломало. Мне не хватает 3%, тупо упало. Даю проверку. Мозер, что там не стоит? Там не отображается вот. Ой, в этих. Ну ладно. На бойся. Фоня с кисой на трэш. Смотрите, сыграл аккуратно. Кто на бойся? На руле. Дайте каст ролл. Сейчас дам каст. У нас 4 танка? 3. 104. Кислая фоня. Себя к челам закинь. А, ты где? Понял. Какой танк слева танчит? Мишка. На фоне. Я, короче, слева в фоне на. Артемия в одного, ты во второго. Ну, фоника, если... В лето, ход. Старайся напуливать трэш там на фоню или кисло. Если бы... Туалет. Я во фоне напулю. Во фоне хватит тверкать. Я тоже за Мишку кала так делать. Адмирал готов?
Да. Нурглет. И шел. А с Гречи 2Т5 одел еще? Нет. Все, другой тут отчет погнали. Или еще раз отчет. Все готовы по готовности, куда? Я раз. Я не... За стаками смотрите. Два кисло кусало за жопу. Я за другую. Так, я, короче, в приоритете Нурглетта кисло. Третий штаг. Лена, держи в приоритете Нурглетта, Полина, этого Афоню. Мирал с Элгидом по друидам больше. Читайте, пожалуйста, стаки, я их не вижу. Два стака сейчас. Третий сейчас будет. Третий стак. Перевод. Стоп ДПС. Да, мешки встанет, аккуратно. Весь так, а больше в трэш. А кто не на пол, на пол в КД? Лови. Больше в трэш, три знака. Лена, щит по КД вешай, пожалуйста. Либо вот. Стоп, побуд. Фоню держите. Уже третий стак? Что? Да, третий стак. Больше в боссе. Ой, в ногу. Глушаем.
босса. Босса бейте. Стрим до конца. За курточку. Яночка. Ты что зубы дашь? Стой, 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 Нурбет, стой. Я же сказала, вот это... упадет тренер. Вот это да. Фу. Вот это хороший тренер. Вы... ну вы чё хили-то перестали, алло? А вот сегодня хороший. Вторая триня, блядь, за всю историю. Поздравляем. Вторая? По-моему, больше было. Вторая. Только сало, да, я увел, получается? Да, пока где сало, нету сала. Это хорошая замена сверчку. Полина из... Нет, это намного лучше сверчков. Это, да, это намного лучше. Это одна из самых лучших трин, которые есть. Полина, я также предсказала твой пояс на профи. Да. Ага. Она, кстати, сказала, сейчас упадет пояс, открывает профа там пояс. Когда меня не было, да? Да. Да. Бля, ну где, ну... Так, никому не надо. Пояс будет, тебя не было, где? Ты слышал, никому не надо, вроде? Ты что там сейчас разорвется на офспек там? Человек 13 точно на офспек покликает. Мое. Адмирал на мага возьмет, отвечает даже. Твоя мразь. Инфосот. Не, это Мэл говорил. Укрол или Лелорос. Гриб звание на мой пояс хранит. У гриба, кстати, третья карта попадет. Никуда. Чё, гриб? Куда у гриба третья карта. Да ладно. А чё, кстати, с ним? Кто-нибудь знает? Куда он пропал? В тюрьму попал. Он что-то заходит, но непонятно где. Он болеет. Он последний раз писал, то, что у него с ногой какие-то проблемы. Без, вот без гриба как-то сразу скучно, согласись. Да Лорос даже вообще... никого не похитит. Никто не ущемляет права свинные, да? Артемия Нурбет не считает. Смотри опять. Я вот с этим тоже считается. Соло зло. При чем тут я? Когда это я вас ущемляла? Я на стороне. В смысле когда? Постоянно? Бафов нет. Каких бафов нет? Не понял. Ходить по воде. А. Ты там не поднимешься. Лёша, ты шкаф даже потом. Вот между прочим, Хисаями обычно стоял со мной рядом и ждал, пока я разролю. А теперь что? Лёха, там про тебя пишут. Немножко. Где я про Лёху пишу? Ну, вот про этот, то, что этот про ЦЛК ХМ, когда открывали. Там Нерут против тебя возникает. Мне еще ботинки там не выглядели. Хорошо, что со второго ката это. Не, то, что там типа. Была типа такая же история, то что просили кату по нерфе, а потом Лёха типа слился, что типа нерфов подождут. Дословно пересказал. Ну да, надо же быть тупым дебилом, чтобы убиваться у босса, который не убивается. Типа смысл... Нерфанули и мы убили то. Нет, типа, нет. Смысл нерфить, ой, точнее, смысл бить босса, если он чисто по цифрам неубиваемый. В смысле, вам жопу боли не хватает, что ли, в этой жизни? Хотите вообще там это? Тут приходишь, тут трэш и так же по. Так, где она только? Резко. Все, что спекнешься. Леха, ты не лагаешь, напуливать не буду. Давно где-то напуливал. У меня лаги начинаются в 9:30.
Если я в рублета не на поле, кто-то умирает из ДДшника. Мы с Артемией вылетим через час 05. Через час 08. Отчет сделай на ДБМ. Час 05. Че, давайте активнее отправишь. Че, Окулус? Че это за нас? Куча воронок поджидает? Кучная куча. Там всего лишь 4. О, Слава, догоняй его. Блиночка, тут у тебя оказывается микрофон там что-то елозит. Обычно елозинье — это тема Лены. Я не елозию никогда. Не, ну звуки как будто микрофон туда-сюда ездит. На стуле точно елозию. Туда-сюда, говорит, микрофон ездит. Там ты смотри, собрал какую-то вообще страшную арту. Там Маша вести есть. Специальное место для Сереги. Вставай в медведя. Фоня, вставляй метку. У меня не релогат. Пойду багается. А нет. Нет, да, у меня тоже все. Релогность поставлю. Помните, кто-то поставил метку, которая бегала? Что? В смысле, двигалась. Когда метку поставили, у меня с этой триней 1935 восполнения манны. Не, тринкаем бомбы. Я поставил квадратик. Можно мне столько же в Аршане? Я тогда даже в СПД бы вкидывался уже. Я в сову? Да, ты в сову, а меня Фоня... в СПД. Фоня тоже в сову, я в танк. Да, Фоня уже в сове. Ну ладно, ставь Дживса. Будем курить? Пусть давай шипок. Okay. Так, метки быстрее. Ну дайте. Подожди, говорю же, багает. Релот. Нет. Конфликтует аддон. Лёха, дай каску. Сейчас. Дай спеку. Потерял 3%. Но я теперь не знаю даже. Кстати, ладно, чтобы было проще, чтобы было проще. Без метки. Ну блин, ну все, ну лишь... Блять. Для обозначения... Слов нету. Всегда метки по одинаковому, короче, стоят. Типа череп и так далее, ну с конца череп, и пошли по кругу просто. Пизду, волю одену, блять. Таня. Короче, смотрите, все просто. Сейчас сделаю. Да все, уже стало. Ставь метки. Метки — это тупо для обозначения, с какой стороны идет зеленый. А так, с той стороны босса уходит. Ну блин, а как мы тебе будем говорить, с какой стороны зеленый? Ладно, давайте по меткам расставлю. Талим, стоишь в черепе, Йора, стоишь крестик, квадрате стоит инопланетянин, в луне стоит сила бездны, Кир стоишь в трусах, кислый стоит. Дальше, Мозер стоишь крестик, Мия, Войд, череп, Вар, трусы, гречка, крестик, коник, квадрат, ход, луна, коват, печи, стой, короче, в черепе тоже. Кого не распределил? Афоня. Афоня. Стоишь, короче, по крестику. А там кто-то зайти хотел, но больше. Рейзик уже зашел. Квадрейзик, okay. Ты в квадрате. По хилам. Лена, стоишь в трусах. Полина в кресте. Элби. В черепе. Элби в черепе. Адмирал. Ты стоишь в квадрате. Гена, стоишь в луне. Прерий. Делорус, бегаешь, короче, стараешься. А Йора где?
Меня сейчас отвлекли. Я в луне вставили в череп? Да, ты в луне. Йора Кристи. Примерно Артемия, так где? Распределял Артемия, если что, в трусах. Да. Мозеров, есть. Все, я примерно распределил. Фрилут. Шапку. Yes, шапку. Сейчас. И фрилут. Элбрал, дай, тринка имба. Все, поехал. Подожди, не даю. Блять. Сбил. Чего сбил? Каст. Че мы? На тринке? Сразу будем там геру включать или нет? Не надо геру, я на ласт фазу. Можно огромную просьбу, когда зеленый в какой-то метке есть, а хилы чуть-чуть будут подходить к лестнице, чтобы миликов там подхилил. Так, все, поехали. Взгляд по. Спасибо. Главное не сдох. Я-то и сопротую, и прожмусь, но я все равно сдохну, мне кажется. Если стоишь со мной, то не умрешь. Могу так сказать. Ну возле тебя. Сейчас только, блядь, специально сделать так, чтобы умер им. Вот, рак не закилил. Он на тебя диван кинул. Давайте активно. Полтора часа у нас ушло на. Лёха, не говори гоп. Ну, потом еще око за двоечку закроем, вообще огонь. Да, око, по-моему, быстрее проходит. Ну, за один день. РБК какое-то, да? На 20. Да, да, да. Не, ну на самом деле, типа, эти око, знаете, это как большой РБК. Прошу, 6 инстов, прошу. Трэша бы не было. В каком-нибудь, какой-нибудь ботанике дольше, по-моему, находиться, чем... Сегодня в ботанике часто. Как ты скидываешь? Ну, без тебя, без тебя. Где там встал? Да кто в красе хилит? Крестик и Полина. Полина тебе не будет хилить, по-моему. Так, тебе Иннер надо подбежать дать? Нет. Тотем нас, род природы, не забывайте. Эннер. А чё у нас крестить столько много народу, алё? Такое ощущение, что нам больнее молнии стало бить. Трусах. В трусах. А, этот, гвардеец. Зелёный идёт. Вот наш ДДП. Череп, череп этот. Длинноногий. Девка на тебя бежит. Опять трусах. Блядь, нет. Не. Дайте денег.
Красиво. Ёпта, кому кидать? Вот Долорес перед тобой стоит. Если бейте. Долгонок с этого, блядь, полмесяц. Мурглет, лови. Зеленый череп. Он там в лок орёт. Последняя борта осталась. Ждем зеленого. Зеленый круг, зеленый круг. Трусов, помогите. Луна, луна, Гена на тебя бежит. Боссы, готовьтесь забирать. Скинь его Фоню. Сыграйте все по страннику, пожалуйста. Кислый. Подрываешь. Рот во Фоню, если можешь. Конника. На Фоне тянет. Ты мекил. Толстый. Бля. Чего там закрывать? Все закрыли. Все. Верните, пожалуйста. Жупцам. Там зеленый, блядь, ладно. Че зеленый? Жуха закончили, Дина. Нет, он стоял и кидал я. Он не пропал. На Фоне поднимаю. Он независимо стоит от фазы. Кто на скатах еще? Че я один? Помоги. Я еще на скатах. Я на скатах. Я два ската, один убил. Переключите так вот. Заебался пизде. Да, соло пер. Стат, или вы бой. Сейчас не поможет. Дайте полностью. Прошлый раз мы в 3 танка Лока Алара били. Алара? Да, нет, в 4. Нет, в 3, в 3. В 3. А, меня, по-моему, не было. В прошлый раз. Нет, тебя не было, да. Нам достижения. Засветились на. Факт нам, да, дали. Чтоб ты понимал, там достижение было. А я видел, типа, там кавычки. Мне это Амир скидал. Здесь сервак пить. Угу. Бога-юзеры. Потом Асгардов. У них тоже, да, была эта штука? Да. У нас и у Асгардов. И все роки там, знаешь, паниковали, писали. Без захомусов.
Там пиво первый, вот просто вот прям в эту же секунду на форуме от пива, блядь, что это? Брендик, ну куда ты убегаешь? Я понимаю, на тебе добав. Пизду, короче, я... Из рейда. Ой, ну я пошел. В окно сразу же. У босса уже 8. Так, нам Сафони дополнительно ИП за то, что мы скатов пиздили. Да он... Надо вести, типа, у кого больше урона по скатам. Соточка сверху. Пока босса никто не будет бить. Так РДДшки же будут бить по скатам. Подождите. Да блядь! Сорян. Зато скат убил, скажи, да? Да я... Два раза сдох. Было фоне, да весь вышел. Да даже жена не может треснуть, понимаете? Сдох полностью. Шапка никому. Сирус отвалился. Сайт. Спасибо. Да, 5 минут перекур, потом оп. Давайте. Ура. А чего? Фаст. Ныряйте в воду прям. Ну давай. Они же будут, там... да, появляться? Танк, да, нужен, давайте, танк нужен. Танк, танк, тут нужен.